Всем привет! За время существования человечества Земле неоднократно обещали скорый конец. В истории разных народов можно найти кучу апокалипсисов на любой вкус, от глобальных войн до проявления сверхъестественных сил. Но в последнее время сообщения о конце света действительно участились. Связано ли это с тем, что всеобщая катастрофа все ближе, или дело только в скорости распространения информации? Кто знает. Возможно, прямо сейчас нашей планете угрожает смертельная опасность, и с каждым днем она все ближе. Правда ли это? Попробуем разобраться. Поехали! Казалось бы, разве может хоть какая-то новость интересовать людей в такое тяжелое время, как сейчас? Весь мир, затаив дыхание, следит за количеством выздоровевших и заболевших. Целые страны закрываются на карантин. Экономика держится из последних сил. Новая проблема пришла с неожиданной стороны. Пока человечество боролось с вирусом, выяснилось, что к Земле приближается астероид. И этот астероид потенциально опасен. В последние дни соцсети наполнились постами о грядущем конце света. Да, опять. Астероид летит прямо на Землю. Он может поразить планету уже в апреле 2020 года. НАСА предупреждают, космическое тело внушительных размеров в несколько километров скоро обрушится на Землю. Апокалипсис близко. Неудивительно, что информация с такими заголовками быстро разошлась по сети. После всех событий 2020 года не хватало только астероида. Такой вот апокалипсис бинго. Многим кажется, что именно сейчас существование человечества находится на грани. Еще немного, и сюжеты фильмов катастроф перестанут быть просто выдумкой сценаристов. Впрочем, Земле уже неоднократно обещали неминуемую гибель. Практически все средневековье люди ожидали, что мир вот-вот рухнет. Да и даты попадались подходящие. Например, тысячный год. Такая цифра явно не предвещала ничего хорошего. Когда конец света не наступил, его перенесли на 1037 год. И снова никакого апокалипсиса. По другим расчетам, он ожидался в 1492 году. Тогда люди считали, что Земле всего 7000 лет. А значит, уже пора. Сроки поджимают. Но вместо конца света произошло открытие Америки Колумбом. Из-за сближения Юпитера и Сатурна соответствующие ожидания были в 1584 и в 1604 году. Следующей датой стал 1666 год, но снова ничего не случилось. И это только более-менее известные даты. А представляете, сколько их было всего? Конец света обещали в 1900, 1967, 2000 и 2011 году. За основу брали предсказания Нострадамуса и других прорицателей, странные расчеты и даже просто чьи-то слова. И, конечно, куда без знаменитого календаря Майя, который предсказал финал планеты 21 или 23 декабря 2012 года. Тогда в скорый конец света верили многие, и даже те, кто предпочитал отшучиваться, в глубине души немного побаивались. А вдруг он реально произойдет? И вот мы здесь. Планета до сих пор цела. Но, может быть, именно в этот раз опасность действительно реальна. Чтобы в этом разобраться, придется начать с самого начала. Итак, о чем все-таки идет речь? Ожидается, что 29 апреля 2020 года большой астероид пролетит настолько близко к Земле, что может вызвать серьезные последствия. По другой версии, он вообще должен ударить нашу планету, и это, само собой, приведет к глобальной катастрофе. Вроде той, из-за которой случались массовые вымирания, то есть у человечества довольно мало шансов выжить. Статьи об этом можно найти во многих СМИ. Например, материал в Daily Express был озаглавлен так: «Предупреждение об астероиде. НАСА отслеживает 4-километровый астероид, который может привести к гибели цивилизации». Для продвижения статьи в Твиттере Daily Express добавили даты, и стало понятно, что опасное столкновение может произойти в апреле. Если вы достаточно тревожны, а в последнее время нервничают практически все, вы бы наверняка нажали на соответствующую ссылку и прочитали статью, и начали бы волноваться еще больше. Стоит ли переживать по этому поводу? Нет, не в том смысле, что мы все равно ничего не сможем сделать. Никакие петиции не смогут остановить потенциальный космический апокалипсис, несущийся к нам на огромной скорости. Но что человечество вообще знает об этом астероиде? Объект под названием 1998-OR2 является астероидом из группы Амуров и имеет максимальный диаметр от 1800 до 4100 метров. Это действительно довольно приличный размер. Но наш астероид далеко не самый большой в Солнечной системе. Как нетрудно догадаться,
по названию его обнаружили еще в 1998 году. Открытие принадлежало астрономам обсерватории Халекала на Гавайских островах. Существуют также более ранние изображения этого астероида. Они датированы 1987 и 1996 годами. Иными словами, люди давно в курсе существования небесного тела, которое может устроить планете конец света. Специалисты из НАСА изучали астероид на протяжении 2 десятилетий и успели кое-что выяснить. Конечно, информации не очень много, но это точно лучше, чем ничего. Особенно, когда речь идет о космической угрозе. Астероид достаточно большой, и он будет двигаться со скоростью около 32 186 км в час, когда приблизится к Земле. Неизвестно, из чего состоит небесное тело и какого оно возраста. Но одно ясно точно – астероид относится к категории потенциально опасных. Он действительно может нанести катастрофический ущерб планете. Скорее всего, возможное столкновение с Землей будет настолько же мощным, как и то, которое уничтожило динозавров 65 миллионов лет назад. В результате удара астероида погибнут миллионы людей, не говоря уже о животных, птицах, рыбах и разных других организмах. Пострадает экология, ведь растения тоже будут уничтожены. Удар запустит процессы внутри планеты, значит, стоит ожидать стихийных бедствий вроде землетрясений и извержений вулканов. А там не хватает только цунами. В результате этого изменится климат, и, скорее всего, на многие века и даже тысячелетия жизнь на Земле может просто замереть. Оставшиеся в живых люди, возможно, не смогут возродить человечество, и только спустя миллионы лет другой вид станет доминирующим на планете. Ладно, картина получилась очень мрачной, но не спешите искать бункеры, чтобы спрятаться в них. Во-первых, это все равно не поможет, а во-вторых, все не так просто, как кажется на первый взгляд. На самом деле 1998 ОАР-2 далеко не единственный астероид, угрожающий нашей планете. В космосе постоянно происходит какое-то движение, и иногда небесные тела оказываются рядом с Землей, порой даже слишком близко. Список небесных тел, сближающихся или сближавшихся с нашей планетой, действительно большой. Стоит ли опасаться? Вряд ли, ведь по-настоящему серьезные столкновения случаются редко. Например, падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 года. Тогда было повреждено приблизительно 7200 зданий и ранено около 1500 человек. Да, цифры довольно внушительные, но все же недостаточно большие, чтобы паниковал весь земной шар. А ведь ежедневно около 100 тонн межпланетных материалов попадает на поверхность Земли. И мы даже не замечаем этого. Большинство мельчайших космических частиц, которые достигают планеты, представляют собой крошечные фрагменты пыли, которые выделяются кометами, когда их льды испаряются в окрестностях Солнца. Более крупные частицы, которые попадают на Землю, являются фрагментами столкновения астероидов, которые произошли много веков назад. Эти частицы просто летают в космосе, пока однажды не оказываются слишком близко к какой-нибудь планете. Не стоит забывать о том, что подавляющее большинство космических гостей просто сгорают в атмосфере даже раньше, чем их успевают заметить ученые. Чего уж говорить о простых людях. Возможно, именно сейчас рядом с вами опускается частичка космической пыли возрастом больше нашей планеты. Но вернемся к астероиду 1998 ОАР-2. Как бы ни старались СМИ усилить панику, в реальности все далеко не так пугающе, как кажется. Поскольку ученый наблюдает за многими небесными телами, орбита каждого потенциально опасного астероида просчитана на годы вперед. Например, данные о 1998 ОАР-2 есть аж до 2197 года, а в апреле 2020 года он приблизится к Земле на расстояние 6 300 000 километров, что больше средней дистанции между нашей планетой и Луной примерно в 16 раз. Не так уж близко, если задуматься. Мы же не переживаем, что Земля внезапно столкнется с Луной, потому что она рядом, верно? Кстати, в 2079 году он пронесется еще ближе, на расстоянии 1 800 000 километров. Астероид, который вроде как должен устроить конец света в ближайшее время, даже не внесен в список объектов, с которым в будущем может столкнуться Земля. В конце концов, НАСА ведь что-то в этом понимают, как думаете? Да, такой список действительно существует, и на сегодняшний день в нем 21 пункт. Это полностью автоматизированная система, которая анализирует данные и высчитывает возможность столкновения. Даже если она минимальна, даже если астероид просто пролетит мимо. Любые крупные объекты, которые хоть как-то могут угрожать планете, находятся под постоянным наблюдением. Так что ни один астероид не сможет подобраться к Земле внезапно и незамеченным. Тем более, если он достаточно крупный, чтобы представлять опасность. На самом деле НАСА в настоящее время отслеживает около 20 тысяч небесных тел. И вряд ли специалисты заинтересованы в том, чтобы скрывать какую-то информацию о них. В то время как эти объекты регулярно проходят мимо Земли без происшествий, в СМИ все равно
давно регулярно появляются истории о будущем конце света. Кстати, если бы журналисты и прочие любители нагнетания обстановки более внимательно изучали работы НАСА, то смогли бы объявлять апокалипсис еще чаще. Впрочем, в таком случае люди бы точно перестали доверять этой информации. Однако особо доверчивые обыватели будут всегда, несмотря на то, что ни один сценарий конца света так и не был реализован. К счастью, само собой. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!